Добрый день, дорогие зрители! Сегодня я занимаюсь пикировкой баклажан. Вот я уже распикировала баклажаны «Черный красавец». А сейчас у меня на очереди баклажан «Лонг Поп». Они такие длинненькие, вкусные, очень тонкие, красивые баклажанчики. Вот. У меня, видите, стаканчики, подготовлены землей, один к одному. Перегной и чернозем. Я их немного смочила. Смочила также и мою рассаду, чтобы она легко вынималась, не тревожились корни. Ну, продемонстрирую еще раз, как я это делаю. Значит, беру стаканчик, она уже влажная, мягкая земля. Делаю дырочку по центру. Достаю. Посмотрите, какая хорошая корневая система у них. Они уже хорошо. Вот у него уже раз, два, три, четыре настоящих листочка. И аккуратненько вкладываем в эту дырочку. И закрываем землю. Если вам видно. Вот. Вот таким образом я буду распикировать все свои остальные баклажанчики.